все, что мы сейчас будем говорить, все, что будем делать, это будет на запись, и нам нечего здесь скрывать. Мы говорим правду, и эту правду должны знать все, в том числе и власть. Если думать, что мы отступимся от своих требований закона, то, наверное, не знают, значит, все потемки нашей русской души. Согласны, да? Поэтому, Алевтина Юрьевна, пожалуйста. И после того, как вы поговорите, вот сюда вот сядем. Говорите, пожалуйста. Ребята, у нас сейчас сложилась ситуация по взысканию. В общем-то, самая острота, как бы сейчас, да, по взысканию исполнительского сбора.